Messerschmitt M109. Создан конструктором Вилли Мессершмиттом на заводе Байриша Флюкцойкверке. Отсюда его второе название BF-109. К июню 1941 года конструкторы увеличили скорость самолета с 460 до 620 км в час, в то время как И-153 она осталась на уровне 426 км в час. На Мессершмитте помимо двух пулеметов установили 20-миллиметровую пушку, и он стал значительно превосходить советские машины. Маневренность И-153 позволяла летчикам успешно вести оборонительные бои. Но навязать свою волю противнику, атаковать на этих самолетах было невозможно.